Всех приветствую на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас расшифровка маркировки стиральных машин Indesit. Ну и вот мы в качестве примера возьмем стиральную машину Indesit WEE107. То есть это простая расшифровка будет здесь, но достаточно показательная. Вот смотрите, первая буква в названии — это W, да, то есть стиральная машина в данном случае. Вторая буква «И», соответственно, это стиральная машина Indesit, обычная, с фронтальной загрузкой. Если бы после W шли две буквы «И» и «Т», тогда бы это была уже модель с вертикальной загрузкой. Ну и следующая буква «Е» – это наличие цифрового дисплея, она обозначает. В данном случае цифровой дисплей простой будет, достаточно примитивный, но хотя бы он уже показывает какую-то информацию, в том числе и может код ошибки показать. Далее, цифра 10 означает, что эта машинка поддерживает максимум 1000 оборотов отжима. Ну и последняя семерка – это номер модификации. Вот здесь что неудобно, что эти все модификации нужно отдельно искать, читать их расшифровки. Но в данном случае это означает, что модель достаточно простая, значит, она поддерживает загрузку до 5 кг, там обычный дизайн у нее идет, ну и достаточно упрощенная панель управления. То есть там нет отдельно ручек для установки скорости отжима, для установки температуры, есть только одна ручка для переключения программ. Собственно говоря, вот такая вот расшифровка. В принципе, как бы, если у вас машинка Indesit, например, содержит большое количество цифр и букв именно на шильдике, да, то вы ищите последовательность, которая начинается с W. То есть это и есть как бы основной номер модели, на который нужно ориентироваться и который нужно расшифровывать. В принципе, как бы сложного здесь ничего нет. Если у вас какие-то затруднения возникли, пишите комментарии, мы поможем. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и удачи вам!